И всем привет, дорогие друзья, Малиха задан. Ну, сегодня мы с вами начинаем играть в игру Зай Пейбэк 2. Ну, уже тут по заставочке видно. Что-то жесткое у нас будет. Очень жесткое. Короче, я лучше пропущу. Игра очень классная, типа GTA. Ну, короче, нажимаю плеер. Такая музыка какая-то. Стрёмненько. Ну, окей, выберем. Вот это что у нас тут такое, что вот это вот первое, крок. Тут у нас сразу задание, окей, лего, вот это. О, One Man Army. То есть... Реально, прикинь, в этой игре, тут играет музыка, которая у тебя на телефоне скачанная, прикиньте, вот у меня рядом вообще в следующем телефоне Snoop Dogg, он тут играет. Ого, да, обожаю эту игру, я уже ее... Мы с вами на танке, ёшкин кот, это очень классно. Жесть, вот это трешак. Жесть, погнали. Я бой. Никогда. Они утонули на кабриолете, причем. Прям не такой пацан Дога. Встреча будет эта. Ребят, это вообще такой пацан Дога играет. Как взорвать этих чуваков? Умрите! Ребят, это очень... нормально все. Окей, ряд надо валить. Я не успела свалить. Тост. И ряд, я превратился. О, я в танке взорвился, это хорошо. Вот под музыку, которая у меня на телефон скачана, ряд, эта игра, она очень... Ряд, давайте вот этого чувака надо мочить. Стоп. Куда он свалил? Вот он, ряд, давайте его. Есть! Это очень классно под музыку так. Ставим следующее задание, ряд, походу это у нас будет. Ударь, это спринт. Это гонка. Как всегда, я во всех играх я самый последний еду. Ебой, погнали, в нашем Мерседесе, и что это нам дарит. Давайте, мы всех обгоним, ряд, смотри, как я могу сделать. Бам! О, я могу жульничать. Игра вообще очень крутая. А, я человека сбил. Оу, щит. Да, я сбил. Драунет. Давайте мы их догоним, обгоним. Сдохнет все. Давайте, оу, щищ. Так. Ряд, только едешь под музыку, только на тачку. Ох, ряд, это какие-то смертельные гонки. Гонки из голодных игр взяли. Жесть. Ебой, Ювон. Ювон, реально, может быть, реально, разработчики хотели написать Ювин, они написали Ювон. Ну окей, допустим. Мы играем в Let's Me Mine. Тут тетка с миниганом нафиг.
Командный бой. Это тоже музыка началась. Это. Оля, давайте. Хотя нафига я разрушаю, когда я могу вылететь. Давайте, ребят, мы можем задавить чувака на такси. Давайте, ребят, есть его убить. Так, все, влазим. Господи, ребята, я какой-то гангстер на районе. Вот этот чувак, мы его убьем. Есть, давайте его убьем. Ребят, он меня хочет задавить. Что там в ангаре я видел? Нифига себе, ребят, тут у нас с вами куча оружия. Дофигища. Смотрите, что я сейчас буду делать. Вау! С базуки! Ребята, это очень эпично. Очень эпично. Давай, ребят, вот эту тетку замок. Оу, щит. Как под музыку умирает. Игра очень прикольная. Ребят, госпиталетика. Вот так вот, как Гангстер Сити. Ребят, тут. Ребят, только посмотрите, что тут за трэш происходит. Окей. Тут разберется мой мини-ган. Тут чувак меня хотел с ножом. Ребят, тут чуваки меня с ножами на меня. Так, берем пистолетик. Окей. С пистолетиком. Так, ребят, давайте. Выгоняем его и нафиг из тачки за этой тупой. Так, ребятки, вылазим. Я сделаю немножечко потише, ребят, потому что, мне кажется, это очень... О, у меня есть ножик. Два, три, вот так вот с ножиком. Вот так вот так. Давайте, ребят, вот этого мочить. На, сдохни. Ряду! У него дробаш. Так, раз мы его убили. Тут еще... Почему они такие жесткие, Тут, у меня миниган, так звучит миниган. Упс. Все, на 3 звезды изи. Если вам понравился этот миниган, если вам нравится, ставьте лайк под этим видосиком, если хотите, чтобы я больше видосиков писал по этой игре. Ряд, это гонки дальнобойщиков. Ебой. Это гонки для дальнобойщиков таких. Уии. Разгоняю скорость. Гонки дальнобойщиков нафиг. Я стреляю из машины. Я же могу вот так сделать. Ребят, что меня занесло-то так? Ребят, это капец. Это капец вообще. Я отстал от всех. Что это за чувак? Есть рядом. Ребята, обгоняемся. Обгонаем. Так, мы будем первыми. Мы с вами Кейны. Мы с вами Пози, мы с вами Аиды. И все вместе это смешать, и будет мега ютубер. Окей, ряд, и вы Хазардом. Так. Ряд, нифига себе, этот своим лбом бьют. Окей, ха. Ряд, ха, лохи, я еду на вторым. Вот. Первый есть. Ряд, я его обгоняю. Ряд, жесть, я его снес. Есть, ряд, я первый, я оторвался до этих всех чувачил. Так, окей, ряд. Ай, что? Что за трэш? Ряд. Моя любимая музычка началась.
О, ребята, ну реально, ну, смотри, как я могу сделать просто. Рядом, я могу бежать пешком. Это очень просто. Я просто рядом тупо бегу сзади пешком. Я бегу пешком и обгоняю. Это очень просто. Заряда и мочу их тоже. Сносим знак. А, я его не усмотрел. Окей, я его почти снес. Давайте. Есть. Я бы... Ну, она эту звезду, но херя, в принципе, для этого это нормально. Так, так. Дальше, ребят. Шотган, ряд, я уже послышу назад. Да, ряд, я отгадаю, ряд. Мы сами должны убить этого гангстера, ряд. Ну, и нам сами дали, конечно, дробаши. Да, ряд, ну, это, опять же, командный. Вот смотри, тут Путин едет. Я хочу забрать тачку у Путина. Иди сюда. Есть, ряд, стрим, я... This is my car now. This is Sky. Воу! Окей, пофиг. Я кого-то убил. Ряд, ну, никак... Я быстро еду на машине Путина. Окей, ряд, у меня есть дробаши. Тут этот чувак, давайте его убьем, пускай. Есть, я его убил. Ой-ой-ой. Одна хпшка осталась. Я сейчас умру. Нет. Ребята. Одна хп. Так, ребята, давайте. Мочим их. Нет. Меня сейчас прибьют. Так, меня сейчас нафиг прибьют тут. Так, ребята, давайте быстрее. Нам нужно мочить вот эту тачку. Он вылез из тачки. Есть, я его убил. Так, ребята. Тут полиция. Жесть, что стало с моим экраном, ряд? Чё с экраном? А, все нормально. Так. Ряд, пофиг, ряд, короче. Я просто тупо все так стерен. И... А, давайте, ряд, вот этого чувака хочу сбить. Ой, куда-то не туда нажал. Давайте, ряд, мы еще вот этого чувака... Есть! На, я его прибил, нафиг. Я его не прибил, так как, окей. Надо суетиднуться. I believe I can fly. Это кто? Тетка, иди сюда, я тебя замочу. Все, готово. Так. Это был обычный человек. Я думал, что... Вот мой первый противник. Так, там менты! Я мента завалил, окей. Рядом, это тоже рядом. Вот эту вот музыку я только недавно скачал. Вот эту посмотри. Ламборджини стебил. Окей. Погнали. Я, короче, у меня опять телефончик. Что-то залаб. Чё? Ряд, я ещё не нажимаю на эту кнопку. Ряд, вот сами стрель. Она у меня сам звук как-то убавляет. Так,
короче, а, ебой, ряд наконец отлагала. Зацените, что я делаю, ряд, зацените, что я творю. Что я варю? Оу, май. Вперед, продолжаем. Никогда не повторяйте это в реальной жизни, что я сейчас сделаю. Все, I'm completed. Easy peasy, lemon squeezy. Ну окей, ребята, думаю, что мы с вами на этом уже будем заканчивать. Если понравился этот ролик, то ставьте свои пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал Хазардена. Всем удачи, всем пока-пока.